Руководство военно-исторического музея и Орловская ветеранская организация «Пограничник» просят помочь в розыске погранцов-афганцев. Директор музея «Диорамы» Сергей Широков, разбирая музейные архивы, нашел фотографию, на которой изображена группа пограничников, воевавших в Афганистане. К сожалению, кто именно изображен на этом старом снимке, неизвестно. Но краеведам важно выяснить, кто эти бойцы. Важно узнать, как сложилась их судьба, и сохранить эти имена для истории. Если кто-то из зрителей узнает кого-то на групповом снимке, просим сообщить по телефону 8 953 817 88 32.